самая главная философская проблема – это проблема человека. До 60-70% студентов признаются, что они принимали в критически важные периоды сдачи экзаменов какие-то стимуляторы. Не превратится ли тогда образование в соревнование фармацевтов? Человечество не стало счастливее от того, что наука, особенно за последние столетия, узнала слишком много. Появилось больше свободы, но, соответственно, появилось и больше ответственности за выбор. Там был юрист, домохозяйка. Как вы думаете, они хотели принимать решение, кому жить, кому нет? Наверное, это сложно. Закон не снимает с человека вопросов совести и ответственности. В основе личного выбора человека – ценности. Да, небольшой даже ступор возник просто из того, что насколько все сложно и насколько при этом все это необходимо.